Всем привет, дорогие зрители, мои любимые подписчики. Нашел шестикомнатную квартиру для большой семьи, двухуровневую, с видом на всю Аланию. Какая красота! Ляпота, природа, крепость. Приближим. Крепость Алании. Какой рисунок с квартиры. Сейчас подождем закат. Надеюсь, он сейчас будет через 10 минут. Время съемки у нас 17:27 на данный момент. Расстояние от моего места расположения до моря, до воды Средиземного, 1380 метров. Вот. Известный проект Торус 8, Парадайз. Значит, здесь у нас вот такая терраса, 5+1, 220 квадратных метров, вся жилая площадь, нетто. А так, брутто здесь выше, чем 280 квадратных метров. Вот такая комната, спальня, скажем, или гостевая комната. Вот. Проект был сдан в 2010 году. Здесь у нас сауна. Это у нас санузел как спальня. Как минимум здесь 12 квадратных метров. Видна крепость Алании. Так. Здесь у нас сауна. Угу. Тут жили, так что вы не первый хозяин квартиры будете. Здесь прихожая верхнего этажа. Так, здесь у нас гостиная, просторная комната с отдельной кухней. Есть контик, фирмы Электро. Так, тут у нас что-то треснуло. Это починит все. Почистит хозяин. Сделает уборку. Здесь у нас отдельная кухня, есть холодильник фирмы Siemens, бытовая техника фирмы вся Siemens. Вот. Так. Сюда мойка Siemens. Вот. Просторная у нас кухня. Так. Выход на балкон с двух сторон, на террасу, то есть. Объясню инфраструктуру. Айда здесь 350 лир. Есть вся инфраструктура. В том блоке у нас игровая зона. В этом блоке фитнес-зал. Там сауна. Вот сауна в этом блоке. Турецкая баня. Все есть. Даже крытый бассейн. В том блоке у нас крытый бассейн. Это большой бассейн с горками, аквапарком. Теннисный корт. Мини-футбольная площадка. Тут водопады у нас. Днем, кажется, в 12 часов включают. Там детская игровая площадка. Торос Чекич. Вот. И здесь бассейн большой. Просторный, ухоженный сад, как вы видите. Вот проект называется Paradise Hill Resort. Ключи только у нас на эту квартиру. Обращайтесь. Вот такой вид. Красиво. Такая вторая терраса. У нас еще продолжение в эту сторону. Здесь уже у вас сосед. Так. Вот здесь тоже сосед есть. Идемте на нижний этаж. А, нет, еще у нас санузел здесь. Санузел без душевой кабинки. Спускаемся вниз. Прихожая первого этажа.
Так, вот такая прихожая. Здесь у нас кладовка. Стоит проточный водонагреватель фирмы Siemens. Так, здесь у нас вход. Тут два соседа. Вот такой. Здесь лифт у нас также. Все работает. Лестничная площадка. Так. Работает. Теперь здесь начну я с этой стороны. Здесь у нас санузел с джакузи. Просторная. Здесь у нас хозяйская спальня. Тоже санузел. Это уже второй санузел на первом этаже квартиры. Просторная спальня. Балкон. Рядом с этим комплексом, с левой стороны, вот в той стороне, есть маркеты. Сеть магазинов А101 и сеть магазинов БИМ. Также маленькие маркеты. Также стройматериалов там есть маркет. Так. Здесь можно что-то сделать под лесенкой у нас. Здесь у нас дополнительная спальня, детская спальня, скажем. Тут где-то 12 квадратных метров. Тоже вид на крепость Алания. Сторона здесь у нас юго-западная и западная. Так, все снял. Здесь шкафчики. И здесь у нас еще одна гостиная комната. 5 плюс 1 или 4 плюс 2. Так как кухня на верхнем этаже, тут у нас нету кухни. Можно сделать, если захотеть. Так, и здесь у нас спальня. Вот. Спальня в длину, как минимум 15-17, даже 17 квадратных метров. Измеритель лазерный забыл. Ага, отмерил бы. Ну, на глаз, скажем, есть тут минимум 16-17 квадратных метров. Здесь как минимум 22 квадратных метра. Здесь у нас тоже просторный балкон, можно застеклить. Будет еще одна комната. Так вот, дорогие зрители, район Махмутлар. Это у нас проект Gold City, там по вечерам красивое освещение. Та сторона Каркаджак. Вот так. Самое главное теперь цена. Этой квартиры, дорогие зрители, 151 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, обращайтесь по номеру, который указан в описании и в ролике. Telegram, Viber, WhatsApp. Плюс 90-555-064-91-10. Все. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки. Обязательно ставьте. Дизлайки не нужны, потому что очень красивая квартира. Жаль, что я вам закат не показал. Потому что торопусь и сделаю. И комментируйте. Минимальный расход на эту квартиру, чтобы обставить ее, обойдется вам 8000 евро как минимум. Товар среднего качества. С вами был Агаси из солнечного района Махмутлар. Берегите себя. Всем пока-пока.